Народ, ну что это за хрень? Вот серьезно, по-другому не скажешь. У меня моргнул свет. Просто моргнул свет. Он не выключился, нет, ничего такого. Он просто моргнул. И в итоге... В итоге все по новой. Черт бы его побрал, а? Стой! Стой, куда пошел? Ладно, я надеюсь, никто не сильно против. Но если кому-то очень интересно, ребята, промотайте просто. Я уж не стал убирать, оставлю этот момент. Ну, так сказать, для нагнетения. Кому не нравится, просто перемотайте. И все, не надо там заставлять себя это все смотреть. Да езжай ты, ёшкин ты кот. A saint, Lucifer. It's not bloody likely. Британ. Дружка странно себя ведет как-то. Мне кажется, или звук отстает слегка от картинки. Наверное, кажется. Я надеюсь, что кажется. Как это? Не наверное кажется, а надеюсь, что кажется. Потому что если не кажется... Стоять! А кто это был? Секундочку, что лучше, дорики? Блин, а. Показалось, что... А, нет, это эти... Кабанчики. Не лучидорики, кабанчики. Ну твою-то за ногу. И ухитрились еще мне колесо пробить. Что за народ, а? Давайте сейчас по-быстрому это все пробежим. Естественно, надо будет делать убийство без оружия. Но это ничего страшного, сделаем. Такая что великая проблема, все рванули. All these blokes part of the movie. Yeah, some aren't. Most of them are from different shows. Any shows I've heard of? I don't know. Take a look around if you want. Главное собрать все эти. Да, вот эти вот штуки. Свет, камера, мотор, раз. В смысле? А, он ч. Окей. Да, давайте так. Все-таки кое-что осмотреть надо. Кое-что. Кое-что. Кое-где. А может и не надо. It's kind of lifeless. What's wrong with the real thing? You know how hard it is to shoot on top of a building? Makes sense financially. This is worse than finding out the tooth fairy was just my drunk uncle with a pair of pliers. Ой. Какая жуткая история. Зубная фея, мой пьяный дядя с клещами. Суровенько. Страшненько, страшненько. Grab your weapon before you head in. Да взяли, взяли, успокойся. Че, пойдем? Двинули. Ты далеко, милая? А, пофиг, Так, вопрос. Ясно. Так. Так, давай, немножко рестлинга. Двигаем, двигаем. Давай, двигай попой. Так, тут все. Двинули. Так кто? А, наверху что ли? Бляха ты муха. Кто же мне? Лежать. Так, нужно еще 7. 7 штук. Раз. There's the device. Hold them off and I'll shut it down. What can you say? Два. Три. Четыре.
Слышь ты, морда! Подъем. Че сказали, успокойся, овца, блин. А я думаю, что она там стонет, блин. Лови. Лови, скворечник, милая. О, привет. Еще есть желающие? Выходим, выходим, не стесняемся. Давай, 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 давай. Нужно, пойдем. Так. Слушай, рот закрой, надоел уже, реально. Пять из 20. Все, с этим разобрались. Я тебе сейчас. Кто там? Это что ли еще живое? Готово. Инопланетяночки, инопланетяночки, стоять. Так. Все. Не тают свои. Да, и тут до хрена нужно теперь проходить. Я только сейчас понял, здесь только пистолет мне сейчас дали. Есть, хедшот. Слышь, вы... Так, ну-ка. Чувак, ты реально, ты просто что-то с чем-то, блядь. Ну, собственно, обычный говнюк, для которого есть статус, блин, и все. И по статусу мы судим всех людей. Есть статус человек, нет статуса. Хрен пойми, что ты... Э, куда? Стой, дура! Куда ты лезешь? Кто тут бегает, блин, а? Слышь ты! Вот так. Движемся дальше, движемся дальше, движемся больше, движемся еще. А чё, не конец разве? Аллилуйя. Okay, we're almost ready for the next sequence. You, my gangbanging superstar, are a god amongst men. But I swear to God, if that girl breaks character one more time, the money spent on wasted film comes from her paycheck. I can't believe him. We both broke character, yet apparently I'm wrong when I do it. That's what I'm trying to tell you. I'll show him what a horrible actress I am. Just like I showed that slut Marilyn when I was on the witness stand. Is this something I need to know? Let's just get to the next set. Давай. Вообще, конечно, мне очень понравилась тема про ее гонорар. Я не знаю, сколько ей платят, но сомневаюсь, что... Ее гонорар способен вообще хоть что-то покрыть. Плохо, что он тут не бегает от слова совсем. Он тут ходит. Ну да. Must be sad to be killing your own people. They've made their choice, yeah. And I've made mine. I cannot let them enslave the city. It's not just the city, it's the sure? other things too. Ah, oh, shit! Order
Да-да-да. И да, у чувака с запоминанием. Есть тут что-нибудь интересное? Есть. Вау. Here we are. I'll cover you while you shut it down. Your turn this time, love. Just like I showed you. I can try. I'll cover you. Эй, какого художника? Я здесь, дорогая. Да, вот эта тема с охлаждением, конечно, та еще шляпа. Вылазь, вылазь, я вижу, что ты там. Гуляй. Бежим! Отступаем, милая. А ты не успела, да? Печально. Perfect, Quilana. I did it just like the last one. What's wrong with that? We already have to cut this out of the final edit. So stop screwing up and just let the star do the job. We're keeping it. Чувак, как же ты раздражаешь, если бы ты только знал, а? Так, все. Взяли эту точку, идем к следующей. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Кто еще? Да блин, ты еще живая, что ли, а? Есть. Готово. Next. We need to find a way out of here. There's the data banks, and one of these computers is the code to the spaceship. Готово. You'll have to split up. That'll go faster. Split up? Yeah, you go down, I'll look up here. Давай, давай, импровизируем, детка. Иди сюда. Джейми или Джейни. Джейни, по-моему, да? Ну. We need to hurry. Это да. Торопиться надо. Ты уже второй раз от всю хренотень. Точнее, третий раз уже проходим, по сути. I'm not seeing it. Let's try down there. You take one end, I'll take the other. Давай, 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 давай. Ты заколебешь, а? Уймись. Дрень такая. Квила, бегом. Любимая, давай быстрее. Охрана уже близко. Как там? Да она не может любить и тебя, пьяная. Да я куда побежал? А теперь наверх. А теперь наоборот, то есть задом наперед. Еще есть? Еще кто-то еще? Да блин, кто там внизу, я не пойму. Ай да, давай, давай. Квилочка, быстрее. Ей-богу, надоело уже тягомотина. Это не фильм, а говно какое-то. Имеет ли смысл это все выкладывать? Я вот что думаю. Квил, ну ты что там, заснул что ли? Алло. Эй. Эй, рожа. Ну тут давай еще ты сломайся, блин, а. Блядь. Ты что, издеваешься? Квилан. Нет, ну непись, ну ты давай, ну не ломайся, а!
Так, есть. С места я ее спину, по крайней мере. Ready. Ой, бля. Как там в свое время Женя Бадкомедиан? Ой, бля. Долго пел. Так, мы справимся. Великолепно мы справимся. Мы охрененно справимся, придурок. Настолько охрененно, как никто до нас не справлялся. Потому что мы охрененные актеры. Особенно девка. Я-то так. Она наверняка актерские курсы заканчивала. А может... Валим. Дверь открыта. Значит, валим. Бежим! Давай. Психовать будешь? Hold on, Jenny. You okay? I am not getting replaced here. I worked my ass off for this part. You don't gotta tell me. Живучие. Обалдеть, она шею сломала. Ну, как я уже говорил, вот такая вот тяжелая борьба за хорошую роль, видимо, в хорошем фильме. Видимо. Видимо. Не будем спорить, ну, что мы с вами, господа, понимаем в хорошем фильме? Besides, what would you do with that thing anyway? With a giant robotic walker. Да что? Вот. Правильно. Вот это правильная реакция. Да что угодно, детка. Это гигантский, человекоподобный робот. С ним вообще все, что угодно можно делать. Все, что душе угодно. Так, не, ну вряд ли. Тут будет две штуки сразу бултыхаться. Да. Точнее, больше двух, извиняюсь. Не две сразу, а больше двух. Ну чё, помчались. Ну вот, собственно, мы пришли к тому, с чего в прошлый раз поломались. Ну, точнее, не так. Вы кусочка не видели, потому что у меня там часть видео запоролась. Вот. Но примерно вот тут у меня компьютер мигнул. А, компьютер, говорю. Свет моргнул. Как это? На долю секунды электростанция превратилась в фигу. Так, чуть. Так, ну мне ничего не пишут. Вывод, ничего не надо. Раз ничего не пишут, значит ничего. И не надо. Главное, с очередным клоном этого Олега не налажать сейчас. Как-то с ним надо очень грамотно разобраться. Как? Да уж, Борис, хрен попадешь. Кто тут еще? Бежать. Да, вон она стоит. Вон еще две сучки. Ну конечно. Guessing that's not good.
And who is she? The alien secret enforcer. Isn't she great? Very. Never mind. Сдохни, плюшевый ублюдок. Пока. Okay, let's go. Дрень такая. Жать. Кто еще не понял по-хорошему? Как там? Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучаться. Так, а внизу что? Ага, ясно, похоже. Вниз надо будет потом драпать, возможно. А, стоп, нам сюда что ли? Нет. Так, тут опять силовое поле. Хедшот. 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 Вроде бы. Хедшот и хедшот. Итак, милая, что ты нам скажешь по поводу данной... Hang on, Quilana. Там была плохая идея, да? Cheers. Эй! I'm ready to get the hell out of here. А, вот так даже? Побежали. Нахрен с этой съемки, нахрен с этих... дурацких декораций, блин, с твоего идиотизма. Валим, короче, милая. Как тут залезть-то? Полетели. Серьезно, эта хрень даже летает? А, ну понятно, что это на это на видеоёшке. Э, где титр-то, алё? Алё, а чуть без титров? Охренели? Совсем. Или опять что-то поломалось. Не дай бог, конечно. Ну ладно, по крайней мере, эту дурную миссию прошли. Браток космозверюга. Хе-хе, ужас. Теперь. Ну вот, делать больше нечего, еще эту херню носить. Я еще согласен на кардинальские шмотки, они хотя бы какие-то. Они хоть смешные. А, то есть. Все равно, это все еще остается, да? Ну ладно, что. Так, что я хотел, что я хотел, что я хотел. Ну, а что я хотел? Собственно, продолжаем. Так, стоп, ну там ничего купить не надо. Тут ничего не покупается. Продолжаем миссию, что. Stand over there. Got one more huge scene to film, and this one's gonna be so over the top, I'm coining a new phrase for it. Экзо круто. Yeah. Экзо. Ну давай. Хрен с тобой, золотая рыбка. Стоп, дайте кое-что сделаем. Сохранить. А, понятно. Тогда давайте сделаем. Так, так вот сделаем. Изменить. Да. Сохранить. Смотрите, остановите загрузку. Новое сохранение. Он мне вроде как сохранил. Правильно? Ей-богу, хрен его знает. Я уже запутался, честно говоря. То ли сохраняет, то ли не сохраняет, блин. Вроде сохранил. Ладно. Еще раз звонок нашему балбесу. Энди Джен. Энди. Энди Чену. Энди Чену. Да. Буду, чувак. Я буду так впечатлен, когда закончу эту твою миссию. Не знаю, почему она мне... Почему-то эта миссия... Ну, хотя нет, я думаю, знаете, у меня настроение испортилось. Скажем так, было уже два портящих пункта. Первый пункт это то, что я, блин, как балбес почему-то забыл сохраниться, видимо, в прошлый раз. Ну, а второй пункт... Это то, что... Это то, что вот свет моргнул. Это да. А может, я и не забыл сохраниться. Ладно, посмотрим.
Вообще как-то странно, чтобы я и забыл сохраниться. Это бред. Как я мог себе такое позволить? Это недопустимое поведение. Абсолютно недопустимое. Если я себе такое позволил, черт побери. Да, это плохо. Это очень плохо. Это означает, что я совсем распустился. Мне срочно требуется призвать к порядку. Проблема в том, что кроме меня призывать меня же к порядку просто некому. Не, ну можно, конечно, вызвать, не знаю, там, росгвардейцев или полицию, но спрашивать со мной им надо. У ребят, по-моему, без меня работы хватает. Вот и получается. Сам накосячил. Сам себя наказал. Полная самодостаточность. Блин, как же далеко, а? Ёлки-палки. Чувак, ты поближе расположил свою площадку. Бам. Ну, я еще машину немножко не ту взял. По поводу далеко. Она так едет, кажется, что медленно. На самом деле нормально, но... На самом-то деле нормально. Но кажется, что медленно. Может, попрыгаем? Чутка. Уи, бам, 29 метров. Красота. Да. Что-то как-то хреновый прыжок получился. Нифига себе. Хе-хе. Тут, по-моему, прыжок в высоту надо засчитывать. 29 метров. Да знаешь, тут только самолет, я тут вообще ничего не оставляю. Здесь можно оставить только самолет. Okay. Ебать, колотись. You know how to fly this, right? Shouldn't be that hard. And the locations of the transmitters? Probably programmed into the computer. You really know your stuff. It's kind of my job, love. Wish I was more like that. Look at everything we've done in this film. You're a natural at it, and still here following me. You give me too much credit. Those actresses backstage might disagree. It wasn't them that tried to have me killed. Ну это да. Не, ребят, я гонять не буду. Ну нахрен. Here we go. Here we line up. I'll destroy the shield generator to open a link to the transmitter. And I'll upload the virus so we can shut these all down. Won't that kill your people? Yes. With their minds still connected to the hive, they too will die. This must be done. For Earth. Uploading the virus now. I'll keep us safe. Don't worry. I know you will. Стоп. Что защищать? Ау. Я, кажется, того уже их взорвал. Ну где ты там? Гуляй, морда. Да. You really captured the plight of the whole planet there. You must be fucking joking. You, Jackie. You. Look, my name's Jenny. And yeah, I know what you think. Can we just get to the next scene now? Fine. I want shots of that ship doing cool things. You know, flying by buildings, through narrow areas, and shit like that. Let's see what you can really do with it. That I can handle. И чё надо? Ой.
Для чего нужно делать-то, елки-палки? Сидит быстро, близко к зданию. Я, честно скажу, я пока... Пока я не очень понимаю, что от меня требуется. То есть надо летать близко к зданиям. Ок. Нет, и долго, простите, этой херней заниматься, блин. Близко к столкновению. Не особо интересно, знаете, на этой фигне летать. Чё-то нереально настроения вообще уже нет. Просто играть в эту игрушку. Пролетайте. Ну, хрен с ним. Слушайте, а давайте это, на самом деле, вон вокруг нашего здания полетаем. Вон даже чё, господи. Где лофт? Чё такое? В смысле? Как? Почему уничтожен? Чего? С какого перепуга он был уничтожен? Я в воду не влетел. Чё-то я ничего не въехал. Мне кто-нибудь может объяснить, что случилось? Почему мне написали, что корабль уничтожен? Так, у меня есть какая-то отметка на карте. Great shot. Knew you could pull that off. Чёрт, ты совсем охерел. Can we just get to the next scene now? See? What I tell you? Yeah, well, he deserved it. You're damn right he did. Still, thanks for the encouragement. Certainly seems to be working. Ой, бляха-муха. Чё ж в прошлый раз-то ничего не вылезло? То ли я чё... Как это? То ли лыжи не едут, то ли я слепая морда. Ну, скорее всего, я слепая морда. Так, а куда он показывает? Кто-нибудь понимает? Так, 700 метров. Чё, между шпилями, что ли, пролететь? Generator. You know what to do. Uploading. Hey, should I swing around so the camera can get a better angle of the ship? The fuck did I say? That's the last time you break character. I've had it with you extras.
You and all the other actresses in this film are never finding work again! You're useless! I'm gonna do it. I'm not. Ничего, потерпишь кусок говна. Тебе что-то не нравится? Сейчас все будет, детка, не парься. Кусок говна по полной нас обосрется. Хватит, говорит, стрелять в моих операторов. Перетопчешься. Но что делать-то надо, мудила? О как! Ну приплыли. Тут оказывается еще вон что есть. Тут на самолетах можешь всякую фигню творить. Ладно, будем иметь в виду. Давай, давай, ребята. Reset for the next shot. What the hell was Jen thinking? I'm with you on that. So much for easy. Так, смотри-ка, реально какой-то развлекательный полет. Вот те раз. Вот те два, вот те три. Блин, нежданчик, ебогу. Так, еще 50 метров цапнули. Практически ни за что. Вон что. Beginning the upload. You know what? These ships aren't acting like remote-controlled drones. What? What'd you expect? It was easier to use the extra supply these things. Saves money, and they're just expendable workers anyway. And they must really be trying to kill us. That insane asshole's killing real people for a movie. Да, какая хер разница. Танк? Блять, серьезно что ли? Это хера тебе от танка отбиваться?
to get to the center of the city to execute the viruses. Okay, people, let's make the drama happen! The sooner we're done with this scene, the sooner I can go home and let off some steam. I think you've got some off already. Господи. Ну и что тут ты придумаешь, мудак? Okay, we're here. Set off the viruses. Executing. Kill action. Hang on. What's happening? Your ship is shutting down while in range of the viruses. Now, I want one more stunt, one more close flyby. Only faster. Ты что, охренел, что ли, мудила? This will be the best scene. Согласен. Где этот мудак, а? Ты смотри, держит в задней. Смотри. Скотина такая, а. Обратите внимание. Он сзади. Он не дает мне это. Ах ты, сука. Нахуй запретную зону, а. Гений, да? We won't get close to death. We'll get blown to hell. Fuck that. Hang on, we're getting out of range. Это правильно. Yes, let's finish the scene and land this damn thing. Yeah. Sure. Ну, чувак, если мы тебя сейчас доберемся, тебе блин, а? Всю рожу расквашу, падла. Quilana. Опа. What the fuck is happening up there? Jenny, say your goddamn line. По-моему, тебе хана. Ага. Hey, Jenny, you're getting the crazy eyes again. Whoa! Okay, Jenny. Jenny, talk to me. I'm tired. I'm tired of him trying to kill us. I'm tired of him being mean. And I'm tired of his stupid fucking scarf. Okay, this seems a little extreme, though. Just doing what you talk. Ну, дед, ты красавчик. Ой, дед, говорю, извините. Чувак, по-моему, тебе хана. Да-да-да, именно так. Are you dead? What the fuck do you think you're doing? We're killing it. Бам. Минус один говнюк. Это был шикарный дубль. Вау. Согласен. So, опять, куда опять субтитры делись? Guess that's a wrap. Ты, блин. Ну, есть, браток Дженни. Есть, появился. Ну, а это нахрен. Это у меня уже есть. Это в гараже уже валяется, к сожалению. Ну ладно, по крайней мере, с этим разобрались. Второсортная знаменитость. Най-най-най-най-най. Слушайте, знаете что? Сейчас надо кое-что попробовать. Мне просто интересно, вот эта вот второсортная наука, может это все-таки другое задание? Я хочу сказать, ну, не то про клона. С другой стороны, начинается точно так же. Не, скорее всего, это то же самое. Так, сейчас небольшой перекур и продолжим. Ладно, хрен с ним, будет еще одно видео на две части. Great news. Professor Genki has
eccentricity appearances. However, he can be a bit eccentric. See if you can get him all charged up to meet his fans. Чего ему надо? В каком еще нахрен радостно? Или этот эскорт типа сейчас мне будет? Hello, Genki Ball fans. Zach and Bobby here, bringing you some exciting Genki Ball updates from the genius professor. That's right, Zach. We've just received word that Professor Genki has decided, in honor of Genki Ball 7, to make a public appearance on the streets of Steelport. And I also hear that the master of ceremony will be escorted by none other than our current Genki Ball frontrunner, the leader of the Saints. If you want to meet the genius behind the epic extravaganza of bloodshed and carnage, then head to Leather and Lace. And while you're there, go ahead and pick up a gimp suit for that special someone in your life. That's all from us. We'll be back later with more coverage from Genki Ball 7. You know, I could use a gimp suit. Yes. Куда ты, ядрин? Идеальный момент. И я вылезти не могу. Да, ей. Круто. Прикольно встали. Интересно. Как жизнь, чувак? Как твои дела? Я смотрю, ты долго надоедать будешь, да? Повторить ясен перец. Hello, Genki Ball fans. Zach and Bobby here, bringing you some exciting Genki Ball updates from the genius professor. That's right, Zach. We've just received word that Professor Genki has decided in honor of Genki Ball 7 to make a public appearance on the streets of Steelport. And I also hear that the master of ceremony will be escorted by none other than our current Genki Ball frontrunner, the leader of the Saints. If you want to meet the genius behind the epic extravaganza of bloodshed and carnage, then head to Leather and Lace. And while you're there, go ahead and pick up a gimp suit for that special someone in your life. That's all from us. We'll be back later with more coverage from Genki Ball 7. Интересно, и долго мне этот беспредел устраивает? I could use a gimp suit. That's nice work. Лен, да ты... Да уйдите, да что ж все мне лезут-то поперёк? Да что с этой машиной, блин? Вообще не едет прямо. Фига себе, что-то так чувак меня и будет преследовать, я смотрю. Профессор Дженки с такими закидонами, может нахер идти? Еще нахер малые талисманы. Поехали. Куда стоять? Сзади ход! Назад! Назад! Чтоб тебя... Блин, тупорылая тварь, а!
Вот и смотри. Сейчас не дадут ведь вылезти. Класс, он утопился. They couldn't just get lost. Это как его убить? Он туп, он утопился. Алло, гараж. Знаешь что, иди-ка ты в жопу. Урод, блин. Нормальная вообще ситуация. Взял, блин, слез в воду. Призывает. И что, и долго он будет этим призывом этим заниматься? Hello, Genki Ball fans. Zach and Bobby here bringing you some exciting Genki Ball updates from the genius professor. That's right, Zach. We've just received word that Professor Genki has decided, in honor of Genki Ball 7, to make a public appearance on the streets of Steelport. And I also hear that the Master of Ceremony will be escorted by none other than our current Genki Ball frontrunner, the leader of the Saints. If you want to meet the genius behind the epic extravaganza of bloodshed and carnage, then head to Leather and Lace. And while you're there, go ahead and pick up a gimp suit for that special someone in your life. That's all from us. We'll be back later with more coverage from Genki Ball 7. You know, I could use a gimp suit. Nothing to it. Вывести его в люди? В смысле? А, довести до точки, ясно. Ой, блин. Я бы этому профессору люлей навешал. За такое. Умник, блин. Ну, смотрите, в чем дело. Это вообще нормально, то, чем мы сейчас занимаемся? По-моему, нет. Все, катись отсюда. Псих чертов. Да, 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 да. Круто танцуешь. Так, супер этичная возможность пиара пройдена. Свет. Ага. Не-не-не-не, сейчас еще делал больше ничего. Что-то это дженки, я говорю, все больше и больше становится. То какая-то. Ну, блин, за прошлый раз хоть хотя бы эту пушку дали. Ты? О, как. Шерстогазм сексуальной кивки. Что? Your presence is needed for the start of the next Genki Ball 7 match, created by the Genki Girl Sexy Kitten. Ну, поехали. As soon as you're able so we can get underway. 3500 метров. Ядренок, черышка. Полетели, чё. Кстати, да, может, нужно было полететь на вертолете.
Так, доеду. Опять у меня видео в две части получается. Ну там уже 1:36. Правда, конечно, можно порезать, чтобы допки. Ну все, ладно, пофиг. Будет два где-то по 50 минут примерно. Хрен с ним. Ничего страшного. Как говорится, скорость просмотра двойная или полуторная хотя бы. Плюс некоторые моменты можно и перемотать, ничего страшного. Я не обижусь, и вам удобней. Так что ничего страшного. Давай, давай, ускоряйся, тормоз. Всего километр проехали. Ну, чуть больше, конечно. То есть, серьезно, да, сейчас? Там, почему сюда нельзя нарисовать? Я это уже давно там проехал, блин. Я уже давным-давно не там. Ай, так. 1700. 1600. 500. Движемся, движемся. 1400. Ну, судя по всему, вот эти дженки, это какие-то допки не особо нужные. В принципе, ничего особенного. Пусть будет. Просто как-то странно, что они в телефоне никак не разделены. Вот в чем дело. Единственное, конечно, есть очередность. Но вот тоже, внимание, вопрос. А почему это не так явно отмечено, скажем так? Ой, да ладно, я только что с дженки такой творил. Ты мне сейчас за это щиток ставишь. Ты игра, мягко говоря, непоследовательна. Нелогично. Да. Блин, опять я пошутил. Убойная шутка для понимающих людей про то, как искал я однажды логику в Saints Row. Ой, блин. Причем понимающих людей, не меня понимающих людей, а людей, понимающих игру Saints Row. Ну давайте посмотрим, что это за сексуальная киска. Чего? Жесть! That's right, Zach. And today's show brings with it a very special surprise. Professor Genki's very old Genki girl, Sexy Kitten. Прикольно. A brand new game for our contestant to play. Типа танка. А, все сносится, что ли? Tammy Tolliver. Tammy. Thank you, Zach. Our contestant will have to maneuver a giant ball. Обалдеть, веселуха. Да вы чё? Это вообще классно. A giant ball of yarn? Looks like Sexy Kitten definitely put her paw print on this show. And that's not all, Bobby. The ultimate goal is to catch the mouse. Do that, and the contestant will score big. A mouse and a ball of yarn, huh? Is something the matter? No. No, she's crazy. Sounds like my friend's bachelor party. Oh, wait. Кажется, поломать. You really don't, Zach. You never did find that mouse. Destruction and explosions our audience is seeing here today. Professor Genki must be really pleased. Чуть больше, чуть меньше, потом Genki Bowl 7. I can't see how he wouldn't be, Zach. Sexy Kitten has really put together a great show. Oh, and there's more to come, Bobby. Another match full of yarn and carnage. А, this will be a Genki Bowl for the record book, Zach. The Genki girls are certainly going all out in their designs. Прикольно. Интересно, где-то их можно набирать, эти суператаки? Эй, ну ты чё? Ладно, хорошо. Уж так. Меня немножко смущает, что... А, есть 400. Genki Bowl 7.
Вот так. Еще немного назарабатываем, что в конце концов. А, все, закончился, а то я что-то слишком долго. Шерсть, газм. Жесть какая. Машина-паразитатор. Чего? Это я... Это... Так, минуту. Чё, издеваетесь? Обалдеть, да вы чё, серьезно? То есть это прям задание? Да нет, скорее всего, надо просто... Давайте вот эту её как раз сейчас пройдем. И хватит на этом. Oh, yeah, yeah, Cry Me a River. И, наверное, хватит на сегодня. Вначале что-то мне эта игрушка настроение испортила, но под конец слегка развеселила. Самую малость. Хотя, вот, знаете, вот что обратил внимание, вроде играю, а тут даже говорить-то не о чем в этой игре практически. Обсуждать персонажей как-то особо не хочется. Какую-то сюжетную тему. Да тут как-то вот. Знаете, такая игра странная, в которой особо ничего как бы в память-то и не лезет. То есть просто играешь, просто убиваешь время, по большому счету. С одной стороны, это не очень хорошо, но с другой стороны... А с другой стороны, какая хрен разница? Ну, другое дело, что я говорю, вот как-то рассказать даже не о чем. Вот, взять и начать рассказывать. В том же Dead Space есть о чем рассказать. Здесь как-то тут похуже немножко. Почему я говорю про Dead Space? Ну, просто я его параллельно проходил. Ой, я что, на крыше? Tears up the town once again for fun and profit. Fun is right, Zach. This giant ball of death yarn seems to be the perfect way to cruise around the city of Steelport. But only in Sexy Kitten Yarngasm can you find such a mode of transportation. Outside of Genki Bowl 7, what's your favorite way to get around, Bobby? Well, that's easy. By helicopter. You aren't afraid of heights, I take it. If I have to choose between getting mutilated by the drivers in this city or a carefree flight with a view, I think the choice is obvious. But what if there's some sort of malfunction that causes the chopper to go down? Parachutes are a wonderful invention, Zach. And if the chute fails? Try all you want, Zach. I'm still beating you to work in the morning. I have no idea what you're talking about. I saw you putting sugar in my gas tank last night. Так. Пока что все не очень хорошо. Мягко говоря. Эй, ну. Сейчас вот хреновенько так достаточно забирается. Saint, the city's gonna hit Genki with one hefty fine. Excuse me, Zach, but rumor on the street is the mayor is quite a fan of Professor Genki. It seems doubtful. Стой, ну куда ты, ну зачем, ну путь ту, бляха ты муха. А, ну все, я провалил задание, зараза. Какого черта, блин? Welcome back, Genki fans. It's time to watch as the leader of the Saints tears up the town once again for fun and profit. Fun is right, Zach. This giant ball of death yarn seems to be the perfect way to cruise around the city of Steelport. But only in Sexy Kitten Yarngasm can you find such a mode of transportation. Outside of Genki Bowl 7, what's your favorite way to get around, Bobby? Well, that's easy. By helicopter. You aren't afraid of heights, I take it. If I have to choose between getting mutilated by the drivers in this city
Дурацкое дерево. But what if there's some sort of malfunction that causes the chopper to go down? Parachutes are a wonderful invention. Правильно, конечно, что комка просто отвратительно, очень, очень много стоит. I have no idea what you're talking about. I saw you putting sugar in my gas tank last night. Очень. Очень медленно все это происходит, конечно. Слишком медленно, хочу сказать. То есть там 2 минуты осталось. Must be tone deaf. I don't think that's what Sexy Kitten had in mind when she designed this chorus. Sometimes genius is discovered by accident. Look at how champagne came about. Bobby, are you saying you'd listen to a recording of this match in your car on your way to work in the morning? Absolutely. I would be a little worried about drifting off to sleep, though. How can that possibly be a worry? This sounds just like the streets of steel. Ну что ты встал-то, блин? Ну поехали, а! Right on. I'd be drifting off right now if it weren't for the Saints flow I just had. Certainly performed up to expectations, Zach. Аллилуйя. По чуть-чуть, но все-таки успел. Фу, да уж. Ну, поговорить геморройненько. Маск. Но делать мне больше нечего. Так, все. Так, видимо, все. А из миссий опять суперэтичная возможность пиара. Быстрее, сильнее, странная наука. Ну ладно, это мы уже в другой раз. Ну а сейчас что? Всем так, пока не забыл. Сохранить. Ну-ка. Остановите загрузку. Почему с ним... Ну ладно. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ссылка на плейлист, на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока. Ну и до встречи в следующем нашем Science Row The Heart, в следующем видео, где мы, собственно, продолжим изучать оставшиеся, вроде бы сюжетные, ну, скажем так, ладно, давайте так, будем честны, телефонные задания, хрен с ним. Все, всем счастливо.